Здравствуйте, гости, зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Сегодня меня угостили яблочками. Вот такими вот маленькими, но хорошенькими яблочками. Их нужно обязательно сейчас все переработать. Банок у меня мало. Что из них делать буду, я пока точно не знаю. Сейчас я их перемою, перечищу, а потом что-нибудь придумаю. Но пропасть урожаю мы не дадим. Оставайтесь с нами. Яблочки мы помыли, почистили. У нас получилось вот столько красивых, чистеньких яблочек. Сейчас мы сделаем компот, а из остальных сделаем пюре. Поставила яблочки варить. Немножечко наливаю на дно где-то со стакан воды. И пусть они у нас варятся. Вот наши яблочки кипят, они стали мягенькие, дали сок. Вот такой. Теперь мы все это протрем через сито. Вот так накладываю эту массу в сито и вот так вот протираю. Получается очень быстро. И здесь у нас вот, видите, получается, какая масса вся такая однородная, мягкая. Я буду протирать дальше и покажу, что получится. В сите остаются только вот такие вот шкурочки от яблок. Ну, их мы, конечно, выбросим. Вот такое вот однородное пюре у нас получается. Это еще не все. Там еще есть немножечко. Еще буду сейчас протирать. Протирается очень быстро. Отходов остается вот совсем чуть-чуть. Почему я именно через сито? Может, вы можете сказать, вот блендером взбила и все. Нет, я люблю, чтобы пюре было прям вот без косточек, без всяких вкраплений. Прям вот такое, как детское пюре. Выкладываем пюре в кастрюлю. Чистого пюре у меня получилось 2 литра. И на каждый литр кладу по 2 ложки сахара. Сначала положила 2, попробовала, мне показалось совсем не сладко. Потом положила еще 2. И вот 2 ложки на литр как раз. Вот так вот на медленном огне кипит наше пюре. Сейчас она еще парочку минуток покипит. И будем выкладывать в баночку, закладывать в баночки. Пюре готово. Раскладываем его по баночкам. Закатываем стерилизованными крышками. Вот такая небольшая заготовочка у нас получилась. Баночка компота и 2 баночки пюре. А вам, мои дорогие, спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока!